Здравствуйте! Мы находимся в комнате школьного музея народного творчества и быта села Тобалгатау, здании Тобалгатауская основная школа. Я учительница истории и обществознания Каримова Роза Салезянова, ныне и руководитель школьного музея. Наш школьный музей был основан в 1995 году и руководителем был Тазитинова Камися Рифкатовна. Дальше я вас ознакомлю, значит, нашими экспонатами. Здесь, во-первых, наш музей имеет площадь 12 квадратных метров и очень богат экспонатами. Здесь у нас имеется, значит, отдел, уголок предметов обихода, также орудие труда сельского хозяйства и хозяйственная утварь. Очень интересный, значит, уголок. Также имеется у нас здесь женские, значит, наряды. Из женских нарядов у нас колпаки, накосники, браслеты, а также мужские, значит, тюбетейки. Также здесь у нас имеются женские нарядные платья с прошлых лет. Тут имеется, значит, вот первое платье у нас 1946 года. Очень интересные, значит, тут фасоны. Очень интересные фасоны. Дальше у нас здесь стол. На столе, значит, скатерть. Скатерть, вязаная крючком. Здесь у нас горшки, лампы разных видов, самовар и очень интересный, значит, экспонат прошлых лет. Это вычислительная машинка. Здесь вот маслобойка. Здесь, значит, из обуви у нас, вот, начиная с локтей разных, значит, размеров, имеются, значит, чуть современнее, значит, национальные обуви, туфельки, значит, вот, очень интересные, пичуги, и вот валенки из фетра. Тут на стене у нас тканы, значит, и вышитые полотенца. И здесь разнообразие, значит, нагрудников. А здесь уже у нас, значит, вышитые такие настенные, типа картины, что ли, на стену вешали тогда. Очень интересные тут вот вышивки. Привлекает внимание посетителей. Также тут имеется молитвенный коврик. Очень старый, с 1945 года. Идем дальше. Здесь у нас имеются, значит, разные монеты, бумажные деньги, облигации. Также здесь у нас ордена, значки, медали наших ветеранов, стенд для наших ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И тут у нас военная каска. Вот. И тоже привлекает внимание вот военная полевая сумка. А тут у нас маленький уголочек, значит, для участников Афганской войны наших, значит, парней. И также здесь уголочек, значит, нашего ветерана, который по нынешний день живой. Мы гордимся нашими ветеранами. Спасибо за внимание.